Привет, мои хорошие, ну вот мы снова с вами увиделись. Наливайте себе вкусный чай или кофе, усаживайтесь поудобнее и давайте уже вместе смотреть мой влог. Кафешки, покупки, гуляночки. Ну и, конечно же, ставьте пальчик вверх. Дети уехали к бабушкам, и мы с мужем решили прогуляться вдвоем по ночной Вологде. На улице замечательнейшая погода, отличное настроение. Смотрите, какие шикарные виды. Очень романтично. Гуляем с мужем. Ничего необычного. Босиком. По городу у вас бывают такие ночные прогулочки? Сегодня у нас встреча с девочками в кофейне Coffee Cake. Я обожаю здесь безлимитный американо, вкусный фреш, ну и, конечно же, здесь божественные завтраки. Вот только посмотрите. Наконец-то сбылась мечта деда. Мы примчали на дачу. Такую вкусноту себе купила на завтрак. Еще такую вкусноту. Вот такая вкуснота у меня будет на ужин. Папочка сейчас готовит шашлычки. Я немножечко поработаю. Ежедневник взяла. Кстати, ручку, да, как всегда, забыла. Вот, сегодня, в общем, всякие сосиски, семечки, шашлычки. Будет очень много всякой вкусняхи и алкоголя. А завтра уж, девочки, я планирую разгрузку. Драйн эффект снимает отеки. Греча не даст умереть. И вообще супер-супер вкусная. Всего 160 калорий. А грейпфрутовый коктейль вообще 97 калорий. Так что все будет отлично. Даже если наберу, завтра с лихвой все скину. Распечатала макаронс. Ну так все это выглядит. Сейчас попробуем. Мягонько. Такие ягодные. Прям вообще. В Таиланде пробовала такую вкуснягу. Обалденно. Ну и в Москве, конечно, в Вологде пробовала. Давно как-то макаронсы пробовала. Ну думала, что эти за 99 будут какое-то дичайшее. ГГ. Нет, не дичь. Вообще очень даже вкусно. Советую. Дин-дин-дин. Такие розы красивые. А еще вот такая красотка необычного окраса. Ну вот эти розовые я вам уже показывала. Кустики. Надо уже все подрезать, подвязать. Но все что-то как-то нету ни времени, ни желания. Хотя бы так полюбоваться, послушать аромат. Представляете, думала, не приживутся черные нити на глазки, Йола. А вот они есть. И это реально черные, не фиолетовые. Потому что фиолетовые, вот они. Совершенно другой окрас. Сегодня у нас очередной командный завтрак с девочками. И мы снова в Coffee Cake. Больше овощей, больше рыбы, больше грудки основные. Обязательно завтрак каша. Тоже много решения. Позавтракала я с девочками, пообщалась и помчала немножечко поработать. Но сегодня работаю не в офисе, а в летнем кафе на свежем воздухе с лимонадом. А это уже следующий день. Мы с мужем приехали бронировать вот такой огромный крутой лимузин. Хаммер. Очень-очень красивый. Ну, а потом сходили немножечко пошопились, перекусили. И уже на следующий день поехали с девочками кататься на лимузине плюс фотосессия. Об этом расскажу позже. Кто-то катится за любой кипиш. Я говорю, ну ладно, возьму себе для себя сразу, тоже не разобравшись ничего. С девчонками покатались на лимузине, была профессиональная фотосессия, потом мы сходили в ресторан Монблан, ну и после зашли в кофейню Парижанка. В общем, день у нас был супер отличный. И как-то любви такой особой. Прямо уже отпустила. Я уже... Сидели мы с девочками прям очень-очень классно. Покажу несколько фотографий. Фотки с фотосессии мы еще пока ждем. Ну и покажу фотки с командных завтраков. А это мы уже приехали в город Сокол. Он находится в 40 километрах от города Вологда. Офис открыла моя сестра.
Мы приехали за товаром, пока она в Тунисе. Чай люкс очень любят наши девочки, ну и, конечно же, Drain Effect, который отлично снимает отеки. Если вас заинтересовала какая-то продукция, то можете написать в комментариях или пишите мне ВКонтакте, в Инстаграм. С удовольствием вам отвечу, вышлю почтой или можете напрямую с сайта заказать в свой город. Ну а мы тем временем направляемся кушать в ресторан «Эдем». Вокруг статуи, внутри все красиво. По названиям паста карбонара, супчик, там что-то еще. Мы много всего заказывали. Стоит сущие копейки, но выглядит, вы сами видели, как. Просто как в столовке. Фрукты купили и сразу занесли бабушке, да для Владика. А домой взяла средства для стирки и средства для уборки. И все, ну и в принципе заскочила в магазин у дома, там молоко, творог, вологошу, ну все как обычно в принципе. И взяла себе купальник, сейчас тоже покажу. Девочки, сейчас купила купальник, слитный, полупрозрачный, красивый. На фигуре смотрится обалденно, тут еще на шее вот такая завязочка. В общем, потом увидите, фотографию вставлю или видео, потому что мы летим в Тунис. Надеюсь, все будет классно, потому что забронировали путевку в ОАЭ, но там доплаты 20 тысяч, это жесть, такие доплаты, как бы все, вроде нам тур сказали, да-да-да, все, как вы и хотели, но еще плюс 20 тысяч. В общем, мы отказались, сейчас забронировали Тунис, завтра нам скажут уже, все ли хорошо, если все отлично, то мы уже послезавтра вылетаем. И вы меня, конечно же, уже увидите на фото или на видео в новом купальнике. Ну а пока мчим в Сокол и, конечно же, зайдем в кафешечку. Это мы уже на даче. Колбаски для жарки, сосисочки. В общем, мы с Максимкой и с детками любуемся природой, жарим шашлычок и мчим к врачу, потому что на дачу приехали буквально на 2 часика в перерыв между врачами. Добрый вечер. Пятница, развратница. Вот сейчас монтирую для вас влог, дорогие мои. Показываю вам шаверму, шаурму, пиво. И еще раз пиво. У меня у самой слюнки текут. Я так устала. Вы даже не представляете, как. Я монтирую видео, чуть ли не в обморок уже падаю, потому что то ухудшается качество, то исчезает звук. Я уже, не знаю, с языком на плече. Но все-таки не могу не показать вам свою жизнь. Сейчас мы с Максом и Алинкой сидим в Бургер Кинге и кушаем разные вкусняшки. Кстати, еще и Владюшка сегодня с нами. Сидел он, кстати, достаточно-таки прилично, скажу я вам. Мы снова в Бургер Кинге, второй день подряд. Детские обеды. Алина, Максим. Сегодня мы без Владюшки. Кофеечек у меня, как всегда. Игрушки опять у нас разные. 4 штуки, если выбивать по коду. Картошка, детские обеды. В общем, все как обычно. Жизнь прекрасна. Ну, а сейчас мы уже в другом кафе с Максами. И на это мои хорошие, мои любимые, мои дорогие, буду уже прощаться. Целую. Пока.